Вітаю, дорогі друзі! В ефірі програма «В полі зору транспорт». Я Катерина Тригубова і в нашій студії сьогодні гість. Ігор Житінський, експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про актуальні питання розвитку саме цієї галузі, транспортної галузі нашої Миколаївщини. Ігор Юрійович, 26 ноября прошел конкурс, на нем определялись победители на автобусных маршрутах общего пользования. И заказчиком вот этих маршрутов, да, есть наша Николаевская облгосадминистрация. Расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе, и насколько я знаю, в принципе, как эксперт ассоциации, вот именно в этой конкурсной комиссии вы были в первый раз, да, то есть вас как представителя пригласили первый раз, хотя странно, потому что, ну, кому бы еще не быть в этой комиссии, как эксперту ассоциации. Но все-таки это состоялось, и очень хорошо, что, как проходило, что вы там увидели, и каков результат? Ну, я хочу сразу, чтобы наши телезрители знали, конкурсный комитет по проведению конкурсов на пригородных межгородских маршрутах формируется согласно распоряжению Кабинета министров 1081, куда на паритетных основаниях входят представители общественных организаций, это 50% состава конкурсного комитета, и другие состав, часть конкурсного комитета, это представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители ГАИ и Укртрансинспекции. Этот конкурсный комитет определяет победителей по тем маршрутам, которые заказчик, а в данной ситуации заказчик является Николаевская облгосадминистрация, которая выставляет на конкурс. Это, как правило, те маршруты, которые срок договоров закончился. Это, как правило, те маршруты, которые предыдущие перевозчики отказались обслуживать, скажем так, либо вновь открываемые маршруты, которые есть по требованию населения или органов местного самоуправления, которые необходимы в Николаевской области. Эти маршруты выставляются на конкурс, и путем конкурсного отбора определяется фирма-перевозчик на те или иные маршруты. Вот насколько, давайте, вот как что происходило, да, на этом конкурсе, потому что, в принципе, ну, мне так кажется, да, перевозчики должны бороться за маршруты, потому что это их деньги, с одной стороны, это их популярность, да, это их хлеб, в принципе, и хлеб людей, которые работают на владельцев автотранспортных предприятий. Как все происходило, насколько острой была борьба, а, возможно, ее и не было. Ну, давайте, чтобы сразу было понятно, немножко сделаем предысторию вообще, какая ситуация сейчас на рынке именно пригородных межгородских перевозок. Ну, так сложилось, скажем так, позитивно это или негативно, пусть решают телезрители, но у нас получилось немножко перекос в сфере монополизации этих перевозок структурами, которые приближены к бывшим представителям Управление транспорта, которые в свое время возглавляли областное управление транспорта, благодаря этому создали ряд коммерческих структур, и сейчас они контролируют практически 50% рынка перевозок. Я считаю, не просто 50% рынка перевозок, а, наверное, ну, скажем так, самые рентабельные 50% рынка перевозок Николаевской области, связанные с межгородскими пригородными маршрутами. И в данной ситуации я отдаю должное, вот вы в начале передачи сказали, почему, что мы начали принимать активное участие в конкурсном комитете, отдать должное еще раз, что облгосадминистрация идет по пути открытости и прозрачности определения на тендерных условий фирм-победителей. Ну то, за что вы, собственно говоря, боролись, да? Потому но что вопрос, я же не случайно, на протяжении года это да, говорили не, об этом. Не случайно я специально сделал предысторию, чтобы понимать. Одно дело, понимаете, когда уже на рынке сложились определенные условия, и сейчас, например, простым перевозчикам, когда есть уже перекос очень большой в сторону определенных финансовых структур, сейчас простым перевозчикам очень тяжело конкурировать с ними, потому что сам конкурсный комитет и сам победители, и тот механизм, который определяет победители, он определяется по бальной системе. Что из себя представляет конкурс? Заказчик выставил на конкурс объекты конкурса, определенные маршруты под номерами. Перевозчик подает в конкурсный комитет два конверта. Первый конверт – это общая характеристика перевозчика, это его техническое состояние, это медики, механики, количество работающих, количество заработной платы, которая выставляется согласно определенной терминологии баллы.
И второй конверт, который открывается только на конкурсном комитете в день проведения конкурса, это непосредственно конверт, который указывает, на какой объект конкурса перевозчик подает свои документы. Что, в принципе, в определенной степени, скажем так, делает невозможность манипуляции с этими с документами, которые подает перевозчик. Но с учетом того, что уже на рынке есть большой игрок-монополист, простым перевозчикам очень тяжело с ним конкурировать, если он подает на их объекты конкурса. И в этом, конечно, плане есть перекос. И здесь есть над чем думать областной администрации. Это, я хочу сказать, это не вина нынешнего руководства области. Это за предыдущие годы такая ситуация сложилась в транспортной сфере. Хорошо или плохо, сами люди определять ту сферу услуг, которую они получают. Нравится им, как обслуживают их или не нравится. Но перекос этот есть определенный. И я бы хотел также обратить ваше внимание, что и в составе конкурсного комитета, многие члены конкурсного комитета, это как бы, они, знаете, из года в год перекочевывают одни и те же. Они уже знакомы с владельцами хорошо. Да, и вы знаете, вот, мне очень поразил факт, когда руководитель конкурсного комитета, начальник управления транспорта, объявляет те или иные вещи, говорит, что по закону мы должны принять то или иное решение, потому что требования закона, мы должны на эти вещи отреагировать. А часть конкурсного комитета говорит, мы считаем закон законом, а мы считаем, что нельзя принимать такое решение, потому что это ущемляет интересы того или иного игрока рынка, прямо показывая свою заангажированность и интерес к тому или иному перевозчику. Я считаю это в корне неправильно. И, я думаю, что мы придем к тому, чтобы члены конкурсного комитета, не только по транспорту, но и по всех остальных конкурсных комитетов, должны нести юридическую ответственность за принятие своих решений. Потому что, поручая от имени громады принимать то или иное решение, мы несем ответственность за судьбу громады. И когда человек просто голосуя в противовес, нормам закона, просто лоббирует интересы того или иного перевозчика, он должен нести за это персональную ответственность. Увы, пока мы до этого еще не дошли. Но я думаю, что если руководство облгосадминистрации пойдет по тому пути, который идет сейчас и декларирует, я думаю, что они наведут порядок. Но я не случайно подчеркивал, какая сложная ситуация сейчас на рынке перевозок, чтобы люди понимали, что демократическими методами очень тяжело исправлять то, что было, за эти годы наслоение на рынке транспортных услуг. Но все-таки где-то, наверное, нужно будет проявить жесткость в том, чтобы навести порядок. Вот процедура определения победителя. В принципе, если это похоже на тендер, да, то вот по тендеру выбирается самые, допустим, какие-то экономные предложения, да, которые удешевляют, качественные, да, но удешевляют, допустим, затраты на оказание такой услуги. Здесь, мне кажется, такого не совсем может быть такое, да, потому что все-таки безопасность превыше всего, а удешевить безопасность, мне кажется, невозможно, только за счет того, что этой безопасности очень правильно подняли вопрос. Как вот здесь проходит? Понимаете, это все? Вот мы сейчас говорим очень много, говорят в обществе о децентрализации власти. Я не случайно сказал, что конкурс проходит согласно постановлению Кабинета министров, постанова 1081. Понимаете, очень неправильно, когда, правила игры определяет центральный орган власти, а проводит сам конкурс местные органы власти, и, как правило, видение ситуации из Киева не всегда совпадает с реальностью на местах. И я вам хочу сказать, постанова 1081, а мы ее должны придерживаться, потому что это законодательный акт, нормативный акт, она предусматривает преференции крупным перевозчикам. Фактически она уже на корню убирает с рынка мелкий и средний бизнес. Я, например, как человек, понимающий, что социальную ответственность должен нести как раз малый и средний бизнес, я внутренне категорически против такого подхода. Но наши представители нашего кабинета министров, у них совсем другие взгляды на эти вещи, и они свой вектор держат в плане укрупнения транспортных предприятий, и чтобы на рынке пассажирских перевозок остались крупные предприятия. Я думаю, что в какой-то степени это должно быть место, но у нас очень много социальных маршрутов сельских,
которые крупному бизнесу они просто не интересны экономически. А простой частник, имея там одну, две, три машины, он бы с удовольствием их обслуживал и нес бы социальную ответственность по этим маршрутам. Но перекос в законодательстве есть. И этим, увы, пользуются. Что получается, на тендерах экономически выгодные маршруты крупные предприятия забирают под себя, а то, что... Мелкие скажем, вообще иногда остаются. Я вам сейчас приведу да? пример. Вот на этот конкурс у нас было выставлено 100 объектов межгородского значения и 12 объектов пригородного значения. Из них на 50% этих объектов вообще не было ни одной заявки на обслуживание этих маршрутов. Понимаете, 50%. Это о чем говорится? Что крупные перевозчики борются за лакомые кусочки, где хороший пассажиропоток, и фактически не хотят обслуживать те маршруты, которые социально значимы. И здесь, на мой взгляд, здесь надо, чтобы органы государственной власти принимали компромиссное решение, чтобы они в тендерных предложениях объединяли пакет экономически выгодный с экономически социально невыгодным для бизнеса. То есть, если ты берешь какой-то большой крупный маршрут, то тебе в нагрузку, грубо говоря, дается еще там 1, 2, 3 таких, которые просто нужны и без которых все-таки люди не могут обойтись. Да. Это будет, я думаю, правильно. И однозначно, конечно, надо нам минимизировать роль монополистов на принятие тех или иных решений. Вы, когда мне задавали один из своих вопросов, правильно сказали, что на тендерном комитете люди, скажем так, приносят решения судов в пользу тех или иных решений. Это о чем говорит? Что да, перевозчики, готовясь к конкурсному комитету, прибегают к разным механизмам внутренней борьбы. И вот, например, на этом конкурсе понятно, что у одного из перевозчиков не хватало транспортных средств, он принес решение суда с решением суда 8 объектов по конкурсу снять с конкурса. Потому что у него не хватает денег. Он нашел для суда свое объяснение, и суд своим решением фактически снял с конкурса определенные объекты, тем самым дав перевозчику поучаствовать в этом конкурсе, а потом, когда эти объекты будут выставлены на следующий конкурс, постараться забрать их. Когда у него увеличится объем, да? Да, когда. Я считаю, это не совсем справедливо. Конечно. Справедливо. Или, например, происходят такие вещи, когда, я же сказал, что происходит бальное начисление и определение победителей, и безопасность в этом вопросе играет ключевую роль. Если у предприятия транспортного было в течение года ДТП со смертельным исходом, это предприятие, оно теряет значительное количество баллов, и тогда оно, очень тяжело будет выиграть на конкурсе, если оно на протяжении года не следило за безопасностью своих автобусов. И а у нас... качество транспортных средств, то есть их, это тоже оценивается. Как новые, не старые, в каком состоянии, какой зависимости, проект. В зависимости от класса автобусов и срока их эксплуатации, начисляются баллы. Чем новее автобусы, тем выше баллы они получают. Но я к чему случайно сказал? Что, понимаете, когда выходит крупный игрок на рынок, а у него есть, например, ДТП со смертельным исходом, и получается альтернатива, что могут посоревноваться более мелкие перевозчики с ним, вот здесь как раз и включается механизм конкурсного комитета. Конкурсный комитет должен проверить законность начисления баллов и определить победителя. И когда, например, 10 претендентов, у них эти баллы снимаются за недобросовестное обслуживание маршрутов. А когда дело доходит до монополиста, который фактически имеет преобладающее влияние на рынке, конкурсный комитет практически 2/3 своих голосов голосует, чтобы монополиста не трогать, так как объяснить не можем, просто не надо с него снимать эти баллы, хотя до этого были сняты баллы со всех остальных участников. Это, конечно, шокирующий для меня, например, был факт, шокирующий факт, но этот факт, наверное, больше должны заинтересовать наши правоохранительные органы, потому что вопрос манипуляции, должностными полномочиями по определению победителя на конкурсе, он не должен, приниматься то или иное решение вразрез интересам громады.
А вот смотрите, мы как раз подошли к голосованию, да, недавно у нас в эфире была программа, в которой участвовал представитель Ассоциации Украина-НАТО, и вот он очень интересно рассказывал и о своей работе, и о НАТО вообще как организации. И вот там вот так получилось, что оказывается, да, голосование, все члены вот этого союза, да, пока они все не согласятся принять какое-то решение, решение не принимается, то есть там в обязательном порядке должны проголосовать все, то есть решение должно быть единогласным. А как проходит голосование и принятие решения на вот таком комитете? Это большинство или все-таки вот сидим и договариваемся до того момента, пока все не согласятся со всеми? Понимаете, какая очень правильный вопрос и какая вот интересная вещь. Если человек, ну, дает согласие участвовать в конкурсном комитете, ну, он как минимум должен почитать постанову, по которой идет, проходит конкурс, и должен понимать, за что начисляются баллы, какие критерии допускаются конкурсы, какие не допускаются. И что самое главное, должностные лица, это, например, сейчас у нас такая ситуация, что у нас сейчас ГАИ и Укртрансинспекция проходят реформирование, и фактически они сейчас сняли с себя всю ответственность за ту информацию, которую они подают на конкурсный комитет. Ну да, потому что их нету. Ну вот я вам сейчас приведу какой пример, что касается Укртрансинспекции. У нас получается... орган Укртрансинспекция полгода назад на предыдущий конкурс подавал информацию, что у такого-то перевозчика есть, скажем так, авария по вине водителя со смертельным исходом. Соответственно, с этого предприятия снимались баллы. Сейчас проходит полгода, действует еще как бы срок давности этого происшествия, а Укртрансинспекция говорит, мы документы никакие на конкурсный комитет не подавали, и отказывается подтверждать свое письмо, которое оно предыдущее направило. Мы задаем вопрос, почему так происходит, но мы получаем же сразу ответ, что происходит реформирование этого органа, и начальник этой службы, я так понимаю, что ему завтра работать и жить в этом городе, а может быть на одном, работать на одном из предприятий, которому он сейчас подыграл, не неся никакой юридической ответственности, фактически чувствуя свою полностью безнаказанность, фактически получается, не доведя достоверную информацию до участников конкурсного комитета, фактически своими служебными полномочиями подыгрывают одному из участников конкурса. И что получается? Когда начинаем доказывать, что вот показываем письма, вот же одно ваше письмо, а почему же вы его не подтверждаете? А участники конкурсного комитета говорят, давайте, это крупный перевозчик, мы его все очень уважаем, мы его обижать не будем. Причем здесь обижать, не обижать, есть норма закона. И члены конкурсного комитета, например, голосуют в большинстве своем, чтобы нормы закона не применялись к этому перевозчику. Я считаю, это грубое нарушение. Грубое. Но, увы, скажем так, я, оцениваю реально ситуацию, что областная администрация пошла по пути демократизации процесса проведения конкурса. И они сейчас сами видят, что не все так просто. А получился хаос немножко, Не хаос, а получилось так, что те, кто давно находится в конкурсном комитете, я бы не сказал, что это люди не заангажированы теми или иными коммерческими структурами. И я, например, своими глазами увидел, что люди фактически в нарушение закона голосуют как противовес здравому смыслу и нормам закона. Это, конечно, норма, которой должны разбираться правоохранительные органы. Я думаю, что сделает свои выводы облгосадминистрация. Но самое, я говорю еще раз, позитивное, что, по крайней мере, это была закрытая тема. Это был клуб, который никуда никого не пускали, потому что это был настолько коррумпированный орган. Но с приходом, скажем так, новых руководителей и управления Мининфраструктуры мы видим, что ситуация меняется кардинально. И как бы старые наработки старых команд еще как бы не цеплялись до последнего, чтобы ничего не менялось, но все равно сдвиги в лучшую сторону идут. У нас остается буквально одна минута. Давайте мы сейчас попросим нашего режиссера вывести на экраны телефоны, да, по которым можно обратиться в ассоциацию. Со своими предложениями, с информацией, которую вы считаете нужным донести именно до этого органа. А, Игорь Юрьевич, вы мне, знаете, что скажите уже в последней, так сказать, блоке нашей программы. Вот хорошо, вы увидели, вы поучаствовали, вы говорите о том, что те нарушения, которые вы увидели своими глазами, в принципе, им должна быть дадена оценка нашими правоохранительными органами. А вы инициируете вот как бы донесение информации до правоохранительных органов, может быть, вместе с облгосадминистрацией, которая также заинтересована в том, чтобы эти конкурсы были
прозрачными, просто вот кристально прозрачными? Я думаю, что этот механизм более тут многогранен, потому что и сами переводчики получают теперь от нас достоверную информацию, у них теперь есть, скажем так, правовая основа оспаривать то или иное решение, если оно нарушает норму законодательства. Я, кстати, как вы вывели на экран наши телефоны, я прошу жителей Николаевской области, звоните и говорите нам что, о тех фактах, если, например, те или иные маршруты пригород, межгород, перевозчики по тем или иным причинам отказываются обслуживать. Потому что у нас получается такая ситуация, что облгосадминистрация выдает, дозвола на обслуживание тех или иных маршрутов, а недобросовестные перевозчики просто игнорируют требования договорных взаимоотношений, и наши жители не получают, скажем так, не получают то обслуживание, которое они заслуживают согласно тех или иных договоров. Поэтому вы, пожалуйста, нам давайте такую информацию, чтобы на том или ином конкурсном комитете, чтобы мы могли с представителями управления инфраструктуры принимать и реагировать те или иные решения, которые бы улучшали обслуживание и все-таки делали приоритет в сторону добросовестных перевозчиков на рынке наших услуг. Спасибо вам большое за то, что вы были у нас в нашей студии. Приходите к нам еще. Всегда Спасибо. С вами интересно общаться и действительно очень полезную информацию вы всегда доносите до нас всех. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь за телеканалом Миколаїв. Нехай так буде і надалі. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі нашого телеканалу.